Хорошая новость для жителей Одессы. После ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору, который привел к значительным разрушениям, с его восстановлением поможет Италия. Как заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, для этого Италия привлечет два самых авторитетных института. Это Миланский триеннале и музей в Риме. У этих двух институтов огромный опыт восстановления и реставрации исторических зданий. С 24 февраля 2022 года в Украине погибло 500 детей и 1597 получили ранения различной степени тяжести. В Черном море на боевом дежурстве сейчас находятся 7 боевых кораблей Российской Федерации. Среди них отсутствуют корабли-ракетоносители. Вот такие вот новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба, всего самого наилучшего и даст Бог. До новых встреч!